Нихао, братья. Всем доброго времени суток, ребятки. Ну что, подошел второй день турнира. У нас сегодня вторник. Так, там дочка со школы у меня идет. А батя тут дуримается. Ну ладненько. Ну что, ребята, подошел второй день турнира. Пойдемте глянем, что да как и почему. Потыкаем кнопочками. Так, турнир. Турнир, смотрите, топ-25. Второй день сражения, мощное усиление. Каждое усиление увеличивает вашу атаку. Турнир на четверках без желтых. Вот такая, ребята, у меня оборона смазливая, но все-таки я тебя слепила из того, что было. Из того, что было, то, блин, и слепила. Так, ну что, давайте посмотрим, как их там сегодня футболили, не футболили. Ну, в принципе, так себе. Два проигрыша, один выигрыш. Ничего такого нового я тут не увидел. От обороны я особо много не ожидаю, ребята. Но все же, друг прострелили, да? Хе-хей. Так, ну что? Пойдем непосредственно к тапкам, ребята. Пойдем посмотрим, что к чему там у нас творится. Ну что, к первому тапочку. Хайда. Так, ребят, ну что? Вот мой первый соперник. Вот такой вот. В принципе, ничего нового. В принципе, альфа-сломов нету. Я оставил вот такую, ребятки. Какая оборона, такая атака. Пойдем попробуем. Вчера, в принципе, эти два тапка у меня зашли. Вот с такой вот командой атаки. Пойдемте глянем. Че? Лишь бы камень был. Остальное все само прибудет. Смотрим, что тут у нас выкатили. Так. Ну, в принципе, что там по подсказке? По подсказке желтый прокинуть, да? Ну, в принципе, тоже я так думаю. Может, фиолетовый придет? Так, фиолетовый пришел, но слишком высоко. Хорошо. Хорошо. Давайте-ка, да, знаете, что сделаем? Нет, фиолетовый мы отводить не будем. Давайте так прокинем фиолетовый. Ага. Зеленый кристалл. Хорошо. Так, зеленый кристалл. Такс, что-то я нажал не то. Так, зеленый кристалл, ребятки. Такс, что мы тут, как мы тут. Ну, в принципе, давайте желтый так вот соединим. Ой, что-то лагается. Кто там, что-то мне кто-то звонил там, что ли. Россия. Я думаю, что мне так лагает, кто-то звонил. Короче, спамеры эти заколебали. Она поставила программу, которая, блин, этот спамер сблочит. Так, ну что, ребята, давайте фиолетовую четверочку прокинем. У нас хоть кто-то сегодня зарядится, не? Хоть кто-то сегодня подзарядится. Ну давайте хоть... Так, стоп. Давайте кристалл зальем. Что-то я тут не то делаю, но... Ага. Ой-ой-ой. Так, стоп. Так, давайте моя очередь. Моя очередь вот, наверное, подойдет. Знаете, как сделать? Блин, очень жестко. Давайте вот так сделаем. Ага. Надо фиолетовый дозарядить. Отлично. Так, ну давайте. Раз, два, три. Есть вот такое предложение. Вот так сделать. Ага. Хорошо. Так, есть вот такое. Мега-комбо. Мега-комбятина. Опа. Оба-на, да? Как классно. Ну что там? Ага. И умрешь? Ты посмотри, выжил. Ты посмотри. Ну давайте, так. Давайте снимем это все. Опа. Давайте взорвем кристалл. Ну я думаю, мы должны этот бой вытягивать, ребят, да? Так, давайте Соньку попридержим. А тут, наверное, мы сделаем вот такой вот ход. Вот такой фиолетовый. Ай-яй-яй, не пришел, да? Ладно. Предлагаю, ребята, когда вот в этом направлении и работать. Ба-бам. Так, давайте фиолетовый прокинем. Ага. Ну, в принципе, тут уже терять нам нечего. Давайте Сонькой зайдем. Ага. Давайте синий прокинем.
Единственное, осталось два хиллера. Их как-то надо грамотно распетлять. Ага. Хорошо. Хорошо. Сейчас мы все эти бафы снимем. Окей, давайте так-так. Вот так, давайте зеленый так взорвем. Давайте хотя бы одного заберем пока что. Окей, давайте такую кумбятину. Хорошо, хорошо. Так, предлагаю, ну давайте с Сонькой ходить, взрываться. В принципе, что тут тянуть кота за яйца? Будем смотреть, что к чему тут у нас есть. Давайте, Кедман, Соня, взрываемся. Ну и все, в принципе. Жива еще, да? Ну давайте добиваем ее. Вот такой первый этапок, ребятки. Едем дальше. Едем дальше. Опаньки. Ну что, ребят, буду сейчас пробовать вот такой новый состав. Там, смотрите, все на альфа-сломах. Блин, жесткие, ребят. Но все точечные, все точечные. Плюс там анабелька. Я, короче, Кедмана снял. Киприота снял, решил вот такой соляночкой пойти. Че, попробуем, будь что будет, ребят. Че, не на корову играем, ничего страшного. Если проиграем, че. Хе-хей, давай. Ага. Хорошо. Кто что видит? Так, я что-то не могу вдуплить, что тут есть-то. Хорошо, есть предложение в таком случае вот синий собрать. Так. Ага. Потом, скорее всего, соберем красную четверку. Ну вот то, что в глаза бросается. Давайте фиолетовую четверку. Ага. Так, что еще тут бросается в глаза такое вот? В принципе, можно. Советуют зелень собрать. Но у меня зелени нету. Давайте я красную тройку соберу. Отлично. Давайте четверку синюю в центр. Ой, а чуть-чуть не хватило-то ему. Какой, а? Ладно, давайте синий так взорвем. Бабам. Тихо, тихо, без всяких комбо, ребят. Не надо никаких комбетин. Так, сейчас будет весело. Ну давайте, что делать? Так, так сделаем. Ага, повесим это. Угу. Зеленого нет смысла. Блин, ну, в принципе, да давайте с Сонькой сходим. Так, вороты, ну, понятно, я ничего тут такого. Давайте взорвем это поле, перевернем, ребятки, посмотрим, что тут за комбит. Ага, давай так. Ага. А-та-та-та-та. Уй-ту-ту. Хорошо. Хорошо, давайте так, фиолетовые. Успеем мы подхиляться-то? Успеем. О, хорош ты. Не, не, лечим, лечим, лечим нашу сборную. Так, ребята, давайте Джунаида зарядим. Походу, сейчас Сонька все отлетят у меня. Да? Так, чистит. Нифига она подхилила их, да? Ну что, давайте хилимся, ребята. Хилимся раз. Давайте попробуем вот сюда сходить. Раз, давайте два. Вот так вот прокинуть. Ага. Давайте фиолетовую четверочку. Ага, синий. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Ой, отлично. Ну. Так. Понял. Опять в Соню, да? Ну давайте так-так сделаем. Заберем ее. Ай-та-та, да? А что если... А давайте вот так сделаем и прокинем красную. Опа. Ага. Давайте с анабелькой Блин, мешает мне этот значок. Давайте с анабелькой поработаем. Вот так, раз-два. Взорвемся. Опа. Опа, какая комбетина тут, да? Так, ну, я думаю, будем похороночку делать. Раз. Ага. И так-так сделаем.
Ой. В принципе, она так отошла. Ну, в принципе, не прогадал с тапком, да, ребят? С командой не прогадали. Едем дальше, ребят. Ну что, ребятки, вот вернулся к старым истокам. Поставил обратно всех. Вот такой соперник. Блин, все на альфа-словах. Я чумею просто. Чумею. Ой, ладненько. Ну что, поехали таким тапком, попробуем, лишь бы поле было. Все равно на этот альфа-слом будет камень, мы, в принципе, и выиграем. Не в альфа-сломе тут счастье. Хотя альфа-слом много решает, конечно. Так, ну что, смотрим, ребят, что советуют нам. Я предлагаю четверку фиолетовую собрать сначала. Ага. Я понимаю эти предложения, эти. Такс. Ну, в принципе, давайте желтый прокинем. Может, фиолетовый еще придет. Так, синий подошел. Хорошо. Фиолетовый подошел. Давайте так аккуратненько вот так сделаем. Ага. Хорошо, мы собрали, да? Так, успели собрать. Так, а сейчас там Мелиндор... Ой, там, короче, смотри, там... Ой, я только заметил, ребят. Оказывается, там дамагеров так таковых-то нету. Хорошо. Давайте тогда мы будем так пробовать проносить. Так, давай так сделаем. Давайте вот так сделаем синий. Так, мне нужны фиолетовые, да? Там, короче, вот такой. Он, видите, заточен, ребята. Вот именно вот. Давайте так. Ага. Так, Соньку придержим. Он сейчас чистит нас. Сейчас он там бафать будет, да, ребят? Хорошо, давайте желтый вот так прокинем. Ага, фиолетовый. Так, что там будет он бафать-то? Так, давайте зеленый четверочку. Ага. Так, вот он за... Ага. Давайте мы... С кого бы нам начать вообще-то? Это очень жесткий тапок. Давайте так сделать. Так, давайте зеленый прокинем. Ага. Видите, все снимает. Я, дай бог, мне успеть его убить-то за время-то основное. Для этого мне нужно что? Он все равно будет чистить, ребят. Тут надо просто сейчас копить камень. Давайте кристалл красный. Он сейчас будет и так, и сяк. Да, да, видите, он заточен как. Давайте я... Зеленый так прокину. Ага. Так, ну, давайте раз. Раз, два. Сделаем так, три. Зальем красный. Сейчас зеленый там взорвется. Синий подтащим. Фиолетовый кристалл пришел. Так, не успеет он? А, не успеет. Давайте, может быть, успеем пробить. Оп, чуть-чуть, да? Ай-яй-яй. Блин, чуть-чуть не успели. Ладно, давайте еще раз так. Взорвемся. И отлично, один ушел. Такая пассивная у него оборона, пассивная, очень пассивная. Так, теперь будем заниматься, ребята, наверное... Давайте заниматься вот этим товарищем. Раз, два, три, четыре. Он жесткий, конечно, этот товарищ. Но искать что-то пробовать надо. Так, давайте предлагаю вот так взорваться. Ага, ага. Сейчас ждем их не бафы все. Ага, раз, два. Так, давайте еще один ход пропустим. Вот так сделаем. Хорошо. Вот так. Ну и поехали, снимаем Сонькой. Раз. Ага. Давайте прокинем синюю тройку. Так, давайте четверку. Он тоже меня чистит, но давайте вот копить и чисто потом... Надо сейчас фиолетовый, короче, подвести камни, чтобы побольше дамаги было. Давайте чет... Так, ну тут, в принципе, можно попробовать, ребята. Вот так сделаем и опять четверочку прокинем. Хорошо. Давайте в пустоту красный. Так, давайте желтый кристалл. Ага. Хорошо, давайте желтый кристалл. Ага.
Так, давай, сейчас все равно будет чистить меня, Меллендор будет чистить. Ой-ой, ничего себе комбятина. Ну, давайте. Так, сейчас, в принципе... Нет, варика еще пока нет такого, да? Так, ну давайте... Блин, снимать-то нечего, по большому счету. А, нет, сейчас Кирилл будет ходить. Давайте вот аккуратненько вот так сделаем. Ага. Ага. Хорошо, пусть они сразу все подзарядятся. Так. Атака увеличилась, да? Все, пошло время, ребята. Ну, давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так. Давайте кристалл зеленый. Ага. Блин, да, конечно, жесткий бой такой. Давайте сюда. Пока я под бафами. Так, давайте Меллендора. Раз. Давайте зеленый кристалл. Ну. Блин, чуть-чуть, а. Так, он меня почистил. Да. Блин, короче, ребята, слишком жестко тут. Я не знаю, как мне его забирать-то на. Почему-то я с самого начала не посмотрел, блин. Ладно, давайте, раз. Поехали, 4 минуты. Сейчас атака будет... О! И... Так. Хорошо. Опять сейчас будет чистить, видите? Опять 25. Давайте так взорвемся. Ага. Так, чистка. Давайте мы тоже это сделаем. Так, ну давайте искать что-то. Короче, я не знаю, как выигрывать его. Будем пытаться. Вот уже 130 урона. В принципе, увеличенный урон идет. Давайте фиолетовых поближе подводим. Так, взорвем так. Ага. Давайте так. 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 Ага. Давайте сюда сходим. Так взорвемся. Ага. Так. Давайте зеленый. Так, мне нужно фиолетового побольше. Блин, фиолетового нет, да? Ну, вы сами все видите, ребята. Стараюсь, как могу, короче. Давайте, раз, два, три. А чё я не мог? А чё я этим-то не сходил? Ну, давай ты, господи, что-то лагает. О, ушел. Смотрите, есть варик, ребята, есть. Ну-ка, давай, 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 поехали. Ну, на. Вот так. Свободен, Кирюха. Кирюха освободили. Так, давай, поехали дальше. Раз, два. Давайте так, фиолетовый. Сейчас начнем мы тут на Меллендора снимать, да? Давай так, так сделаем. И... О-хо-хо! Давай дальше, давай. Так, джедаисты. Ага, анархисты. Ну что, раз. Раз, два. Три. Ну, о-хо-хо! Вот такая у него пассивная оборона, ребята. Видите как? Едем дальше. Едем дальше. Так, ну что, ребятки, вот опять собрал такой тапок. Вот такой соперник. Поехали попробуем по Шурику и быстренько прокатимся, либо подстелимся. О! Смотрите, какой, да, камень? Так, ребятки. А ну-ка давай-ка фиолетовый прокинем. Ага. Хорошо. А если мы четверочку красную соберем? Отлично. Хорошо. Так. Тихо. Давайте вот так четверочку фиолетовую. О! О! Так. Тихо. Давайте так, ребят. Предлагаю. Так. В принципе, давайте я по зеленке буду работать. Опа. Оба-на. Ну что, видали? Попытка номер два. Кошрек, лови. Оба. Ба-бам. Так, одного хила мы опять сняли. Давайте синий в пустоту. Фиолетовый. Ну давайте по килайлу работать. Бэмс. Бэмс. Отошла? Отошла. Отлично.
А, уклонение? Ну давай, держи. Оба. От этого не уклонишься. Так, давайте синюю тройку соберем. Синяя тройка. Так, давайте вот такого комбиатину. Опа, до свидания. До свидания. Отлично. Ну что, человек в халате женском. Давай с тобой будем разбираться. Так, ага, хорошо. Ну да, тихо, тихо, ты там не суетись, давай. Вот, о, вот тебе, держи. Как тебе кристалл, нормально? А так? А вот так? Нормально, пальто я ему порвал, да, ребят? До свидания, друг. До свидания. Бабэмс, отличный бой. Показательные, ребятки. Слишком много там пассивных героев. Ладненько, едем дальше, ребята, к заключительному этапу. Так, ребятки, короче, заключительный этап. Вот такой враг на альфа-сломах. Короче, не знаю, джуниды поменять на кедмана? Либо как? Ну, джунид такой шотер, да? Кедман, в принципе, да, блокирует там. Давайте кедмана возьму. Ну, возьмем нашего старика Хатабыча, где он там? Возьмем его. В принципе, вот таким тапочком прогуляемся, ребята. Поехали. Заключительный тапок, ребят. Эй, где камень мы? Давайте камень, и мы победим. Я тебя победю. Эй, победю. Ага. Кедмана убрали. Ой, блин, Джунаида убрали, да, и красный привалил. Ну, не будем тут особо расстраиваться. Давайте по подсказке. Сделаем так. Потом сделаем вот так. Ход конем. Вот, давайте синий соберем. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо, давайте фиолетовую тройку. Ага. Ага. Ба-бам. Жестко, жестко. Давайте зеленую, такую комбятинку. Предлагаю, ребята, когда вот так, кедманом так сработать. И троечку в центр. Ага. Ой-ой-ой. Короче, тут весело, ребята. Ну ладно, ничего страшного. Давайте зелененький так прокинем. Мне бы хотя бы кого-то сгрыз бы. Так, что он? А, он кого-то... Так, хорошо. Хорошо, ребята, хорошо. Давайте вот так сделаем. Кого-нибудь-то я с собой унесу по-любому, мне так кажется. Наверное. Наверное. Так, ну-ка, давайте, ребята, будьте серьезнее, а. Что за настрой такой несерьезный? И... Да дайте мне убить-то кого-нибудь, где? Так, Соня. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, давай-ка, так, так. На. Это вам не в тапки какать-то. Давайте фиолетового. Не надо подхилиться, да? О, скрипач. Короче, да, этот отъехал. Так, хорошо. Давайте кедмана подзарядим. Допустим. Давайте вот так снимем, ребятки. Ага, давайте так взорвемся. Тихо, 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 тихо. Тихо. Давайте, мне надо хил, мне надо хилиться. Тихо. Арчибальди этого не заряжайте только. Так, давайте хилимся, ребят. Хилимся, потом синьку так прокидываем. Ага. Стоп, стоп, стоп. Давайте взорвусь. Вот такого комбятину сделаем. Так, опять Арчибальди этот ходит, да? Да ты что там натворяешь-то? Стоп, стоп, стоп. Все живы-здоровы? Тихо, 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 тихо. Давайте раз. Давайте раз, два. Опа. А ну-ка давайте вот такой ход красивый сделаем. Ага. На тоненького, ребята, чисто все для вас. Все для вас, мои родные. Стараюсь как могу, нафиг. Давайте так. Ага. Стоп. Стоп, паровоз. Давайте зеленый. Окей. Давайте фиолетовый. Хорошо. Тихо, 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 друг мой сердечный. Кто что видит? Что-то ничего не вижу, ребят. Вообще такое. Ну, кто-нибудь видит? Так, давайте красный в центр. Ага, вижу.
Так, должны сейчас убирать этого. Ага, и вот такой. Ребята, вы сами видели бой мой, да? Шикарный бой. Поучительный, ребята. Затащил, ребята. Вот второй день. Эй. Второй день, ребята, подошел у меня к окончанию. Топ-1. Давайте рейтинг посмотрим, сколько там очков. 8400. 8400 у меня. 7300, на 1000 меньше. Ну, это, наверное, там уровень просто маленько повыше, ребята. Не то, что уровень прокачки, а вот уровень по героям. Там у кого-то альфа-сломы, там отряды получше, там максимально. У них, наверное, там очков побольше дают. Ну, в принципе, я ни разу не проиграл. Ребята, второй день турнира. Оборона, конечно, такая средненькая. Ну, в принципе, неплохо. Сами все видели. Затащил я как мог. Что, ребятки, как обычно, хочу пожелать вам хорошей рабочей недели, хорошего настроения, здоровья всем там близким, родным, там, не знаю, там, всему человечеству, короче, адекватному. Всем мирного неба над головой. Всех обнял. Пока-пока.